повторной встрече с Алматы темиртаускому коллективу нужна была только победа. При положительном исходе поединка команда под руководством Романа Козлова поднялась бы на третье место турнирной таблицы чемпионата, обойдя Сарыарку. Отсюда и боевой настрой у ребят. Но не всегда получается так, как хочется. И на этот раз удача была не на стороне команды из города Металлургов. Уже в первом периоде наши парни пропустили две шайбы. На 15-й минуте счет в матче открыл Вячеслав Ипатов. Спустя почти две минуты Артем Бурделев удвоил преимущество своей команды. Результативные передачи записаны на Дениса Клемешова и Нурсултана Бельгибаева. После первого периода 2-0, Алматы впереди. Вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб, а в заключительной третьей матче на 59-й минуте Андрей Спиридонов в третий раз огорчает темиртауцев. В ассистентах Вячеслав Ананин и Вячеслав Ипатов. Итог встречи 0-3, четвертое поражение Темиртау от Алматы. Я не скажу, что уповать там на удобный, неудобный соперник. Это в первую очередь наша игра такая. Тактически не скажу, что они нас полностью переиграли. Единственное, то, что я говорю, тут нужно усилия прилагать, когда соперник навязывает тебе силовую борьбу, предлагает, да, то есть нужно от нее не отказываться, лезть на пятак, создавать трафик, потому что, ну, по-другому никак. Биться, стараться нужно, нужно огромное желание, чтобы победить. Хотелось бы поздравить соперника с победой, сыграли здорово, доставили нам проблем, нам не удалось с этим справиться, где-то шайба не пошла. Где-то не выполняли установку тренера, ну и, в общем-то, не сумели взломать их оборону. В итоге такой результат. На данный момент команда Темиртау по-прежнему занимает четвертое место в чемпионате. В ее активе 60 очков. У ближайшего соперника команды Сарыарка 62 балла. Первое место занимает усть-каменогорская «Торпеда», на втором – столичный «Номад». После этих игр Темиртау возвращается домой, где проведет 4 встречи на своем льду. Первым соперником темиртауцев будет павлодарский «Иртыш», затем «Номад» из Нур-Султана. Игры пройдут 18, 19 и 22-23 января. Маргарита Ущуповская, Сергей Инабаев, новости Темиртау.